Привет, друзья, подписчики мои, у нас сегодня будет батл всех волчков, флейм, СБ и так далее. Погнали, у меня есть две коробки, беру из одной, беру из второй. Из одной беру Форнеус, из другой беру Биг Бенга Генезиса. Только, кстати, мне неудобно будет запускать, поэтому я... Сори. А то я рукой могу махнуть нечаянно и сломать что-нибудь. Опа! Взрывным финишем расправляется Биг Бенг Генезис со своим оппонентом. Хорошо, прекрасно. Следующий раунд, следующий батл. Так, Луйнер. Погнали! Погнали наши в космос, погнали наши в космос, в лето улетели. Погнали мы с тобою на карете, мы улетаем только в путь, словно небесные пегасы. О, про меня главное не забудь, бро. Вот, потому что, ну а как же я буду без тебя жить-то? Орбагис! Вау! Что происходит со мной? Что это? Орбагис против Биг Бенг Генезиса. Все, Орпегис проиг. Биг Бэнг тоже я убираю, потому что это будет рандом бит и Биг Бэнг. Это неинтересно. Лорда Спригана. Вау! Что же тут творится? Что же, угадай-ка? Так. Что-то не собирает мне волчок. Погнали, левосторонний Богомут. Оп, сегодня не просто у нас битва, не просто батл. Сегодня у нас еще и... Знаете что? Да, совершенно верно. Сегодня у нас еще тест качества, контроль качества. То есть мы проверяем, насколько сильные могут быть волчки, насколько они ударостойкие, не ломающиеся и просто крутые. И снова Лорд Сприган. А вы говорите, плохой бой. Шикарный. Не Такара Томми. Нет, не Такара Томми. Дальше. Мастер Диаболос. Оп-на-най-най. Опа, все. Спрайзен ушел. Свободен, спокойно. Следующий бой. Глайдер Гнарёка. Все, скипаю. Если будет такая фигня, я не буду больше играть. Поехали. Юнион Ахиллес. Ну, в смысле, этим волчком. Отвалился волчок спускатели, значит, недостоин называться волчком. Все, до свидания, мастер. У нас сегодня такая. Супер-мега-пупер-бласто-джиниус рандом-битва. Ахиллес против Империала Драгона. Врываемся! Вот такие дела. Играем дальше. Слэш Валкери. Опа. Америка, Европа. А у кого-то самая красивая. Пятая точка. Ребят, я не знаю, где драйвер, поэтому оба соперника скипаются. Играем дальше. Рагнарёк против Одоксоса. Мяснов Николай Павлович. Я не понимаю, где драйвер. И Рагнарёк побеждает. Оу, смотри-ка, что происходит. Супер Хайперион, ребята. Вау! На последних секундах Хайперин остановился, взорвал Рагнарёка, но это значит только одно, что оба соперника скипаются. Феникс мне играть не буду, Ахиллеса мы уже играли, Дес Дьяволоса возьмем. Посражаем против Сприган слабый, Люцифер слабый, против Звей Лангинуса. О, какая у нас сегодня...
Нестандартная битва подделок! Вау! Что происходит? Это была жесть. И у нас Death Diabolus вылетает с соревнований. Хорошо, это прекрасные новости. Тогда следующий раунд. Нестабильный Геркулес. Все, Лонгинус слетает. Я не буду... И этот тоже слетает. Видите, как быстро можно играть? Давайте дальше. Эйс Драгона. Против Космовалкери. Упали, значит... О, все, свободен. Дальше Бушина Шура. Ибо нечего. Придумали, ага, буду я тут... Расшаркиваться, перезапускать, перезабатлить. Шоу тайм. Взрывным финишем расправляется дракон с Бушин Ашуркой. Погнали. Грэнд Валкери. Врываемся. Все. Все сразу уходите. Дальше Уранус. Голден Уранус. Против Бастера Экскалибура. И Бастер Экскалибур тоже ушел. Пофигу. Это Феникс я не буду. Золотой Ахиллес. От Тиди, кстати. Уранус тоже ушел. До свидания. Так, Геркулеса не буду. Пойзен Гидра. Против Чоузе от Валькирии. Пойзен Гидра заскочила. Там Уранус под штативом ползает. А, следующий батл. Так, Валькирия тоже нафиг ее. Давай дальше. Оу, Ахиллес обычный. Против Прайм Апокалипсиса. Во, это нормально запустило сейчас. Следующий раунд. Опа, опять Люцифер уже без защиты. О, Кингелиус. Свободен Кингелиус. Дед Хэдис. Просто жесть, просто мясо, что творится. И Лонгинус взрывается в битву еще. Лонгинус проиграл. Во! А, друзья, вот такой у нас сегодня был забавный формат рандом нестандартный Beyblade Burst битвы. С вами был Чудовищный Угомош. Огромное спасибо всем, что вы были сегодня со мной. Вот, что сказать еще. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про меня в комментариях в соцсетях. Вот. Что еще? Все, наверное, и все. Да. Всем удачи, всем пока-пока.